Памятная дата стала хорошим поводом для славянской молодежи, чтобы еще раз рассказать о трагических событиях сентября 2004 года и постараться, чтобы подобное никогда не повторилось. Этот день давно уже стал в России символом солидарности государства и общества в борьбе с терроризмом. Мы вспоминаем жертв террористических актов, случившихся в нашей стране, и отдаем дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников. В Северном парке волонтеры и молодежные активисты провели акцию «Ладошки добра за мир без терроризма». Ребята, покрыв свои ладони краской, отпечатывали их оттиски на белом полотнище, с тем, чтобы еще раз напомнить о мире, добре, человеколюбии, о необходимости бороться с экстремизмом и терроризмом. Мы живем на юге прекрасной страны, где проживает много национальностей. Мы живем в мирное время, учимся, работаем, занимаемся волонтерством. Мы категорически против терроризма, так как это ужасная боль, потери. И мы, молодежь, выступаем в этот день против терроризма. И для участников акции, как и для всей славянской молодежи, День солидарности в борьбе с терроризмом наполнен особым смыслом. Это напоминание и предостережение всем о том, что мир на нашей земле нужно беречь. В самом деле, что может быть прекрасней, спокойной и благополучной жизни, когда молодые люди учатся, работают, занимаются спортом, делают добрые дела, а значит, строят свое будущее. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».